Всем привет! С вами программа «Онлайнер», и мы традиционно в эфире для поднятия вашего настроения. Друзья, вы готовы? Мы начинаем! Поехали! Почти все студенты уже сдали свои экзамены и зачеты. Ну, или почти все. Почему-то вместо зубрежки в последние дни они предпочитают более народные методы подготовки. Ну, я желаю им удачи, абсолютно. Потому что если у них не будет удачи, мне придется принимать у них пересдачи. Господа, Александр Русов, начальник первого курса. Халявы не будет! Халявы не будет, говорит Рубцов от имени деканата ПОПМАЙ, кафедры высшей математики. Ботайте! Кого завтра поймаю со шпаргалкой, пересдачу буду сдавать Иванову и Бекремишеву. Всем удачи, высыпайтесь, ведите себя хорошо, спокойной ночи. Разнесчастные студенты. Особенно бедными их можно назвать в сравнении с героями следующих видео. Красиво жить не запретишь. Знаете, я даже завидую героям следующих роликов. На дворе кризис, а они шикуют. Чтоб я так жил в 2016-м. Накормили, поиграли, искупали. Вот оно, собачье счастье. Роскоши-то, конечно, хочется, что таить. Но приходится потуже затянуть ремень. Хотя, стоп, вы только посмотрите, что они делают в следующем ролике. Только шампуня? Его на целую роту хватило бы. Не пережить вам 2016-й, уважаемый герой видео, с таким-то расходом моющих средств. Однако спасибо, что даже в тяжелые времена всегда есть место доброте и человеческой щедрости.
Шляпы он раздает, конечно, не безвозмездно. У каждой девушки он брал номер телефона взамен. Но это осталось за кадром, естественно. А сейчас ценный совет для всех-всех-всех. Хотите сорвать урок, лекцию, рабочий день, вечер с тещей? Показываем отличный способ. Онлайнер рекомендует. Travis Sanheim stepped inside a check into the slot. Backdoor play, a shot, they score! Jordy Stallard! Идея, правда, отличная. Но где же экономия? Кинули игрушек 20 и хорош. К чему этот перфекционизм? В то время как нам, людям, приходится экономить на всем подряд, у меня складывается ощущение, что у собак в текущем году намечается пир духа. Вы посмотрите только. Официально объявляю 2016 год не годом красной обезьяны, а годом сытой собаки. И после таких вот застольных посиделок эти собаки еще как-то смеют садиться за руль? Серьезно? Знаете, а может это даже и хорошо, что есть у нас специальная собачья полиция. Добрый вечер, сержант полиции Нечипаренко. Ваши документы. Права, техпаспорт на машину, пожалуйста. Я не пил. Вы употребляли сегодня? Вызывай наряд. Водитель не в адеквате. Все правильно. Так с ними и надо. Можно даже без ужина оставить. Мыслимо ли после выпивки за руль? А вообще, знаете, как бы ни бил этот кризис, главное не падать духом. Никогда не поздно перевернуть свой мир вверх ногами. Ведь тогда жизнь приобретает много новых ярких красок. Главное – ничего не бояться. В особенности того, что подумают окружающие. Жизнь прекрасна, наслаждайтесь. Наша программа подходит к концу. А это значит, что нам остается попрощаться и по доброй традиции пожелать вам чаще улыбаться. У нас No Comments. Пока-пока.